Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, капитан команды «Астера», в общем, Андрей. Расскажите, пожалуйста, по игре, что получилось у вашей команды, что не получилось? По игре, в принципе, первый тайм отыграли неплохо. Взяли новых ребят, пока наигрываем. В конце немного начали менять тактику. Сыграли не по позициям, из-за этого как бы счет получился 7-1. Ну, команда соперника, конечно, молодцы. Наказали нас за наши ошибки, бегут. Красавцы. Кого можете выделить в команде соперника? Нападающий у них был Асадов Вадим. Плохо, он же молодец, у нас потягал. Да и Стефан тоже, в принципе, у него физика всегда в порядке. Стефан играл в центре, у вас кто играл в центре? То есть было впечатление, что у вас центр проигрывает. Да, мы вышли в два полузащитника. Андрей Говорухин как бы справлялся, а Марата, нашего второго основного защитника, сегодня не было, не получилось с него приехать. Из-за этого такая ситуация. Я понял. Ну, надеюсь, что в следующей игре у вас все получится. И желаю удачи дальше. Спасибо.